думаешь, а знаешь о сыске, слежке за тобой, тогда все лучше понимаешь, что жизнь — борьба, вселенский бой за человечьи идеалы, за свет и Божью благодать. Но как они ничтожно малы в среде готовых все предать, как мрачно их существование, влачащих жизнь свою как рок, забывших Бога упование, не выучивших свой урок. Но не сужу я их, убогих, мне жаль их мертвые сердца и тех, кто в поколениях многих во мраке ждет земли конца. Но силами Христа и света, и тех, кто их в себе пронес, от смерти спасена планета, юдоль страданий, страха, слез. И ныне, захмелев от боли, хлебнув и горя, и тоски, я все же верю в светлой воле, я вижу днесь ее ростки, я верю, ведаю и знаю, победы света близок час. В своих молитвах поминаю всех тех, кто молится о нас, кто шлет нам свысей недоступных потоков горних благодать, кто от нападок сил преступных над миром щит сумел создать. И ныне, воззывая к свету, я вновь и вновь осознаю: спасли от гибели планету, чтоб каждый спас здесь жизнь свою, и чтобы шанс на восхождение доступен был для нас, для всех. Я верю в свето возрождения, в сил провидения успех.